Сегодня страна отмечает День пограничникам. Праздник берет свое начало в 1918 году. Тогда декретом Совнаркома была учреждена пограничная служба. Сегодня под ее охраной находится самая протяженная граница в мире – более 60 тысяч километров. Профессиональный праздник отметили и окружные защитники рубежа нашей Родины. Праздник на площади около пограничной заставы в Нарьян-Маре, как и положено, выстроился личный состав. В этот день те, кто защищает границы России, принимали поздравления от первых лиц региона и представителей УМВД, военной части 12403 и ФСБ. Из истории нашего Отечества есть очень много ярких примеров, когда именно вы, пограничники, встаете первыми на пути врага и ценой своей жизни защищаете границы нашей Родины. И сегодня пограничные войска с честью выполняют поставленные перед ними задачи и являются надежной защитой нашей российской государственности, обеспечение надежности наших границ. В нашем регионе в пределах пограничной зоны установлена 5-километровая полоса, которая прилегает к морскому побережью Белого, Баренцева и Карского морей. Под особым контролем пограничных служб находится более 20 населенных пунктов, среди них Амдерма, Белушки, Бугрино, Варнак и другие.